Снова, друзья, рад всех видеть на нашем канале «Вокруг водоемов». Итак, друзья, сегодня мы выехали на озеро, на вечерний клев. Да, сейчас уже 2:30 вечера. Вот. Мы ездили с вами на речку, пробовали рыбачить на боковой кивочек и на мормышку. В принципе, было неплохо. Но я хочу попробовать именно на озере, как здесь карасик отреагирует. Мы сейчас понимаем, что камыш пожелтел, похолодало, и карасик на поплавочную удочку наотрез отказывается брать. Сейчас идет как раз тот период, когда рыбка берет на движущую насадку. То есть мормышечка, боковой кивочек, играемся, и на это рыбка хватает очень даже неплохо. Итак, вот наше удилище с боковым кивочком, мормышечка вольфрамовая. А вот два спиннинга на хищника, на живца. Основная идет мононить, поплавочек 5-граммовый, свинец, потом идет поводочек с капроновой ниточки и крючок десяточка. Ничего, друзья, сложного. Ну что, друзья, давайте сначала закормим. Где моя здесь прикормочка? Вот прикормочка. Да, моя прикормочка. Здесь у нас ничего такого особого. Черный хлеб, макуха, печенье, которое не доел. Давайте сначала прикормим. Попробуем поймать живца. Тут есть красноперка. Как раз такая подходящая с пальчик. Вот, закинем на хищника. Одну влево, другую немножко правее. Ну, а на боковой кивочек будем ловить за камышиком сразу. Да, друзья, не забывайте за лайк под видео. Если же вы еще не наш подписчик, обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал. Так, цепляем червячочек на нашу мормышечку.
Мормышечку я опускаю на дно, потом немножко приподнимаю и немного играю с кивочком и мормышечкой. От дна где-то сантиметров на 10-15 приподнимаю, играючись. И опять же потихоньку опускаю на дно. Опля, есть. Есть карасик, друзья, есть. Опля. Консуми. Ну, смотрите, как вы еще неплохой карасик. Желтый. Так, в садочек. Залази, залази. Еще раз пойдешь. Тебе уже пометили. Запахом карася. Рыбка уже не так будет осторожничать, если запах будет карасика на червячку. Быстрее даже возьмет. Но это, друзья, не раз замечал такое. Иди сюда. Ух ты! Блин, капец! Хороший ушел. Капец. Друзья, грамм 400, не меньше. Я его увидел сверху, так уже показался. Блин. Да. Да. Бывает разочарование. Что ж ты сделаешь? Как говорится, значит, не мой. То есть, ну, не мой. Да не мой, а не мой. Так, ладненько. Иди сюда. Небольшой. Ладошечный. Да, большой ушел. Обидно. О, кого мы поймали, друзья. Окуня поймали. Значит, ход есть хищника.
Бля, есть. Кто-то есть. Кто-то надулся и нас взяло. Ух ты. Ух ты. У какого красавца вытащили. Нажиться, друзья. Окунёк взял. За нижнюю губу. Так. Правая сработала. Ой, так, уже солнышко садится. Я не знаю, наверное. Что, еще одну поймать? Плотвичку. Забросить еще раз на правую. Красного перка. Хороший кабан. Итак, друзья, я уже собрался. На живца у нас больше ничего не взяло, кроме окуня. Одного окуньца поймали, но и то хорошо, интересненько. Вот щучка сегодня не гуляла, не гоняла. Я смотрел, мелкая рыба с воды не вылетала. Вот. Ну, давайте посмотрим, что мы сегодня поймали. Вот наш улов. Хорошие карасики. Вот. Килограммчик есть. Как говорится, на сковородочку есть. Ну все, друзья, я с вами не прощаюсь. Говорю, до встречи. В рыбалке вам ни хвоста, ни чешуи. Да, и не забудьте под видео.